только слов сказать в преддверии Нового года. Во-первых, хотел всех поздравить с наступающим Новым годом. Вот, пожелать вам всяческих благ, крепкого здоровья, хорошего отдыха на выходные. Вот. Ну и хотел несколько слов сказать вообще о что у нас происходит в компании, какое-то наше будущее, какое-то, ну, несколько слов вообще, отчет такой. Ну, последние там, 3 года были не самые простые для всех нас, вот для компании, для вас, ну, того как, да? То есть в 2009 году, там не секрет, наверное, что объем заказов у нас резко сократился, там, почти на 40%, как большинство наших заказчиков, то есть зарубежные фирмы, которые не тратили свои бюджеты на рекламу, на полиграфию. И, к сожалению, в тот период нам резко пришлось сократить и оптимизировать все наши затраты. Ну, хотел очень поблагодарить всех вас за терпение, за то, что вы с пониманием отнеслись к этим трудностям. Ну, это просто было необходимо, чтобы коллективу и всех вышел. Вот. Что хотел сказать, что у нас сейчас происходит. В 2010 году нам удалось выйти из зоны убытков. И, собственно говоря, вот эти 2 года мы занимались внедрением новой системы учета, управления на производстве. И все это дало некие ощутимые результаты. Сразу хотел поблагодарить всех, кто принимает и в дальнейшем будет принимал активное участие вот, в рамках внедрения систем управления, учета на предприятии. Хотел сказать, что вот уходящий 2011 год, мы, хотя и в меньшем составе, коллектив немножко за эти годы наш тоже оптимизировался, ну, в зависимости от тех задач, которые стоят перед предприятием. Мы встречаем, в общем-то, с неплохим каким-то результатом. То есть мы, то есть состояние компании стабилизировалось финансовое, и вот у нас даже появляются какие-то планы на дальнейшее развитие. Я хотел, пользуясь случаем, поблагодарить всех вас за ваш профессионализм, за ваш доблестный труд, который позволил нам стабилизировать наше состояние в компании. И еще раз поздравить всех сердечно с Новым годом и пожелать всяческих вам успехов. Спасибо.